Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтерный Мастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем в Murder Mystery на сервере Crystalics. Да, у нас появился Murder Mystery, пока что находится в тестах, но уже в ближайшее время выйдет из тестов. Он в тестах, потому что у нас пока что готова только одна карта, но она просто готова пока еще в таком тестовом формате. Так, у нас уже маньяк с оружием, дорогие друзья, нужно быть максимально аккуратными. Эта карта у нас была на втором Crystalics'е на Мардере, но мы ее немножечко переделали. Это у нас было две карты, мы их объединили в одну большую карту и немножечко ее подкорректировали, поддизайнили. Как видите, теперь у нас вот такая вот большущая карта. Ладно, я у нас мирный житель, поэтому нужно искать мне золотые слитки, чтобы накопить себе на лук, и соответственно я мог убить маньяка. Маньяк уже начал кого-то убивать. Вы слышите звук убийств? Но это не один из этих ребят, потому что я вроде как вижу их здесь. Ко мне какой-то чел подходит. Я лучше буду убегать, потому что я демастер. Меня, наверное, захотят затаргетить, убить. Нужно золотые слитки собирать. И лук, я говорю, уже 5 слитков есть. Отлично. Там вот сейчас слитки должны будут появиться. Я их сразу же заберу, если чел их не заберет. Чел, нет, мои золотые слитки. Черт, он все забрал, забрал мои золотые слитки. Негодяй какой, а. Какой плохой человек, а, меня без слитков золотых оставил. Ну ладно, там сейчас на пороге появится золотой слиток. Он их уже забирает или что? Он их уже забрал, ты забрал мои золотые слитки даже здесь, чел. Ну ты наглыч какой-то. Так, ладно, пока что было всего одно убийство. Уже второе убийство где-то произошло, но точно этот не белый чувак. Он точно не убийца. Блин, плохо, я не хочу куда-нибудь далеко отходить, потому что убийца может в любой момент появиться где угодно. Давайте наверх амбара заберемся, там могут быть золотые слитки. Здесь какая-то дырка в нем некрасивая, ее бы убрать. Вот, первый золотой слиток берем, раз здесь в амбаре, и вон с другой стороны он тоже имеется. Его тоже мы с вами забираем. Два. Хорошо, здесь сразу же на дом запрыгиваем. Здесь еще один золотой слиток. Три, и нам осталось еще один слиточек, чтобы уже точно стать человеком-луком. Ну, или человеком с луком, неважно. Давайте спрыгнем сюда, здесь должен быть золотой слиток. Да, отлично, у нас с вами есть лук-детектив. Ну, не детектив, а просто лук. Надо бы назвать его не лук-детектив, а просто лук. И забраться снова наверх. Я думаю, наверх стоит забраться, потому что сверху будет гораздо лучше видна вся картина в целом на карте, да. То есть, как вы смотрите, какие у меня красивые крылышки, да. Я феечка Винкс, между прочим, да. Чантик свой, только не видите, что это маньяк. Только не говорите, что за мной маньяк. Детектив убит. Детектив убили, лол. Кстати, не появился компас, показывающий, где лук детектива. Но вот лук детектива здесь, если что. Нужно понять, кто убийца. Кто же убийца? Убийца всех убивает. Ага, вот убийца, вот этот чел. Понятно, все теперь, кто убийца. Понятно, понятно, понятно. Вот он там бегает. Пока что стрелы мы с вами не тратим. Здесь у нас убийца бегает, бегает, бегает. Сейчас я попробую его подстрелить. Блин, он увернулся. Нужно лук детектива забирать. Лук детектива нужно брать и забирать. Ладно, чел забрал. Стреляй, стреляй, стреляй. Ты же лук детектива забрал. Так, где убийца? Вон убийца бегает с короной. Убийца с короной. Стреляй, стреляй, чел, стреляй. Детектив, давай, стреляй. Чего ты не стреляешь? Оба детектива убили. Нужно забрать его лук срочно. Лук детектива забираю. Тот чел там бегает. Давайте-ка мы в него попробуем подстрелить. Не получается. Он сейчас кинет в нас свой нож. Смотрите, как сейчас будет кидать. Так, я чуть-чуть пониже спущусь, чтобы мне, если честно, можно было от него там уворачиваться как-нибудь. Но вот он, конечно, гад, засел там. Так, свой меч кинул, смотрите, отбегаем от него, отбегаем пока что. Он с короной, если что, я точно запомнил его. Так, так, там этот убийца где-то ходит, он может сейчас сбоку с другого зайти, поэтому нужно осматриваться, осматриваться. Чел с короной, убийца. Не стой перед экраном, чел, там убийца бегает где-то рядом. Убийца где-то рядом, с короной, нужно запомнить, с короной, чел, с короной, убийца. Так, подсвечиваемся, это чел с короной, нет? А где чел с короной? Вон он там бегает, о-о-о-о, это убийца, убийца. Да, во-о-о, убийца бегает, убийца, нет, да-да-да, это убийца, все, я вижу, вижу. Так. Так, где же, где же, где же, где же, где же он тут? Так, это убийца, убийца, убийца. Видно его, да, видно. Я детектив сейчас, потому что у меня лук детектива, правильно? Эх, блин, не попал еще. Блин, тут чел куда еще перед экраном постоянно бегает, опасно. С этим челом. Так, сейчас кинет меч, сейчас кинет меч. Не стал кидать меч, засел, блин, за этим стеном. А он же не может через стену кинуть меч, да? Надеюсь, не может. А долго мы будем так подсвечиваться? Бам! Победа мирных! Да, маньяк уничтожен. Так, ну я думаю, подсветка слишком... Мирные игроки убьют... А, ну это под самый конец уже мирные начинают подсвечиваться, что, наверное, маньяк мог их полностью найти. Но вот тут мы нашли маньяка, и мы его убили. Пока что у нас есть всего лишь одна карта, дорогие друзья, но в будущем их будет гораздо больше. А именно того, что их будет гораздо больше, на каждой карте будут свои уникальные штуки. Помните, как у нас получается... Если вы играли на Хайпикселе в Murder Mystery, да? Видели, там такая есть карта Вестерн, где можно ограбить банк и так далее. И на каждой карте будут свои особенности. Мы сделаем точно такой же Murder Mystery, но со своими картами, со своими всякими особенностями и так далее. Вот, потому что мы не хотим делать точную копию Хайпикселя. Зачем нам это, если такое есть на Хайпикселе? Мы сделаем свой, с своими фишками, с своими приколюхами, ну и так далее. Потому что Murder Mystery, по моему мнению, это очень интересный и прикольный режим. И его давненько не хватало на Crystalics. Плюс многие игроки его просили. Сейчас пока что в него можно поиграть только на
тестовых серверах. Вы открываете компас, снизу слева будут тестовые сервера, и там будут несколько серверов, которые будут называться просто Crystalix. Они будут пустые, либо заполнены. Это все сервера Murder Mystery. Я думаю, уже через недельку, через две мы его релизним с некоторыми картами, когда их достроят, и с некими разными особенностями, когда их настроят. Ну а пока вы можете зайти и потестить вместе с другими игроками его на сервере. Там вот серверов мало, всего 4 сервера по 16 слотов. Вот, да. И поэтому, как бы, шанс... возможно, когда я выпущу этот ролик, будет много людей играть, поэтому, возможно, вы не сможете сыграть. Но вообще, если вы только увидели этот видос, то быстрее заходите играть. Итак, нужно собирать себе на лук. Так, ты не убийца, ты не убийца. Лучше дождаться, когда все подсветятся, потому что тогда будет понятно, кто убийца, да. Будет вообще сразу понятно, кто убийца, кто там с мечом, кто кого убивает. Блин, главное, чтобы меня не затаргетили. Я вчера пытался записать, но вчера мне не получилось, потому что 4 катки подряд маньяк просто бежал через всех, бежал за мной и пытался убить меня. Вот видите, сейчас какой-то чел за мной бегает, я не знаю, маньяк он, не маньяк, может, убийств еще не было. Я вроде в толпе стою, да, то есть, как бы, если маньяк кого-то... О, маньяк начал убивать, маньяк начал убивать. Где тело? Где убитый? Маньяк только что кого-то завалил. Слышали звук, да? Только что было убийство. Но вроде бы не один из этих, потому что эти здесь вокруг меня бегали, и никто не умирал в пределах моей видимости. Так, чел, ты не убийца вроде? Так, так уже двоих убили, где-то двоих завалили, капец. Тоже убийца. Да ты убийца снова, что ли, а? Чел с чепчиком на голове. Так, все, у меня теперь есть лук, отлично, я насобирал себе на лук. Беру в руку луки. В руки лук. О, вон убийца бегает, лол, да ты че, убийца? Бам! Маньяк уничтожен! И, кстати, не пишется в чат то, что герой победил. Нужно обязательно писать, что если убил маньяка или детектив, нужно обязательно писать, что, типа, герой, такой-то, такой-то ник, убил маньяка. Типа, я герой, видите, вот называем тестовые сервера, нажимаем на кристалликс, вот. Один из серверов забит. Как видите, здесь сейчас люди играют постоянно, тестят его, находят различные баги. Я вот после этого видоса тоже схожу баг репорта, объясню. Надеюсь, получится поиграть за маньяка. Если не получится, то ничего страшного. Значит, уже когда он релизнится, я сделаю еще один видос, где уже и поиграю за маньяка. Так, ну что ж, ваша роль. Мирный житель. Сразу же поднимаемся наверх амбара, потому что здесь можно сразу залутать 3 золотых слитка. Вот этот раз, второй, который здесь 2. Блин, маньяк уже с оружием. Ой-ой-ой, опасно, опасно это дело. Маньяк с оружием где-то хочет бегать, всех убивать. Главное сразу же его вычислить. Так, вот. Опа, был убит, мистер Максимус был убит. Максимус тоже тебя убил. Тоже тебя убил, кто посмел тебя убить, Максимус. Блин, здесь нигде нет золотых слитков, все забирают. Ладно, я один залутал здесь, сейчас тут должны еще появиться. Не вижу пока здесь золотых слитков. Пробегаю через амбар, потому что здесь могут быть золотые слитки. Здесь их нет, блин, тут в полях бегает. Опасно, нужно главное бегать. Опа, золотой слиток в поле. Давайте соберем. Это старая карта со второго кристаллика. Те, кто на ней играл, помните, да, здесь еще было такое подземелье. Но, как видите, его убрали, подземный проход, и объединили с домом. А дом в этот раз закрыли, и дом внутри не проходим. Кстати, я бы сделал в доме, что тоже можно ныкаться и так далее. Немного бы открыл бы эту локацию с домом. Убийца, это ты маньяк? Не, это не маньяк был. Так, хорошо, собираем дальше золотые слитки. У нас всего 7. Нам нужно еще больше собрать. Нужно себе на лук накопить. Срочно. Срочно. Я феечка Винкс. Гроза всех маньяков. Вон, видите, у меня сейчас этот крылья, я сейчас энчантикс заюзаю, и все, и жестко будет, короче. Так, давайте-ка забираем себе еще на лук. Все, у меня теперь есть лук, осталось только вычислить тоже маньяк. Всего лишь одного чувака убили, этого Максимуса, но я не буду переставать бегать, потому что маньяк может быть кто угодно. Главное не пересекаться с людьми, чтобы они как можно дальше от меня стояли. Вообще, я бы залез бы на крышу, но на крыше уже какие-то пацаны сидят. Я не знаю. Опа, лук детектива был выбит. Где лук детектива? Вон там где-то маньяк есть. Где-то там маньяк, значит. Ло-ло-ло-ло-ло. Ты маньяк, ты маньяк. Кто маньяк? Там убили детектива. Кто убил детектива именно там? Вот этот чел маньяк, мне кажется. Вот этот чел маньяк. Стреляй в него. Меня не стреляй, чел. Ты же не убийца, да? Он не убийца, мне кажется. Нужно посмотреть. Тут еще вон чел с луком, смотрите, чел с луком. Зомби какой-то бежит там. Ну, зомби был на крыше, кстати. Тут чел с луком. Я тоже чел с луком. Это вон этот! Зелебова! Бам! Маньяк уничтожен 3 раза подряд. Боже, да я про. Я просто профессионал. Видели, как я этих маньяков зафигачиваю? Просто. Демастер. Гроза всех маньяков на районе. Минус 3. А я маньяком-то сегодня буду вообще. Дайте побыть маньяком. Я уже столько этих маньяков завалил, что кажется, пора бы и мне уже, да, побыть маньячком. Знаете, таким чисто местным, фермерским, таким деревенским маньячком. Так, ожидание игроков сейчас уже как-то начнется. Опа. Опа. А теперь маньяк-то я, дорогие друзья. Вот тогда. Вот тогда, смотрите, как кто у нас маньяк, дорогие друзья. Кидаем сразу меч, не знаю, убиваю, не убиваю. Убил, кажется, кого-то, офигеть. Офигеть, кто-то у нас с вами умер, это, конечно, жестко. Вот так вот берем нож, кидаем. Не могу кинуть нож. Сейчас будем аккуратно всех убивать. Вот там какой-то чел ходит, смотрите-ка, да. Залазит на трактор, мы сейчас его здесь попробуем убить быстренько. А, он тут залез на трактор, погоди-ка. Здесь можно залезть на трактор. Давай, чел, что ты не умираешь, так сложно было. ДД-мастер, черт, они меня спалили. Они меня спалили, чуваки, что это я убийца. Это плохо. Так, пацаны, здорово, здорово, здорово. Чувак, дела? Оп.
Оп, хорошо, убил. Оп, кинул нож. Никого не убил, плохо. А, убил, убил, убил. Максимуса убил, Максимуса, отлично. Уже минус 5 человек. Они все равно знают, что я убийца. Поэтому стоит просто аккуратненько все делать, да. То есть аккуратненько убивать чуваков. Я думаю, буду отстреливаться мечом от детективов всяких и так далее. Потому что это слишком опасные ребята, эти детективы и так далее. Оп, так вот кинем меч. Там чел умрет, не умрет, не знаю. Не умер. Вон тут чел сверху что-то бегает. Давайте-ка кинем в него нож. Опа. Оп, детектива убил. Ну, чувака с луком. Блин! А! Убил меня, убил, убил. Чел, все-таки из лука. Как-то он вообще сбоку здесь стоял, даже его не видел. Ну ладно, хорошо, хорошо, меня завалили. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот я сыграл 4 раза в Murder Mystery. Маньяком, конечно, у меня не получилось сыграть. Блин, давайте крылья сменим. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом, в принципе, все. С вами был я, Демастер. Вот так вот мы поиграли в Murder Mystery. За Мардера, конечно, не получилось у нас с вами сыграть. К сожалению, да, не получилось. Но вы не расстраивайтесь, дорогие друзья. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Да, с вами был я, Демастер. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.